Хорошая прибавка. В столице Югры по итогам этого года будут проживать почти на 2000 человек больше. Демографическую тенденцию подметила губернатор округа Наталья Комарова во время встречи с жителями. Таким образом, к концу 2023 года в Ханты-Мансийске будет 111 тысяч горожан. Этот показатель оказывает положительное влияние на ввод в эксплуатацию нового жилья. Многоквартирники в окружной столице строят стабильно. К концу года сдадут 113 тысяч квадратных метров. Это золотой стандарт, когда на каждого жителя в год вводится один квадратный метр жилья, подчеркнула губернатор. Наталья Комарова в том числе похвалила работу мэрии за это достижение. Ханты-Мансийск по индексу качества городской среды уже в течение нескольких лет считается самым комфортным среди крупных и больших городов в своей климатической зоне. Звезды лыжного спорта тренируются в Ханты-Мансийске. На вкатку в этом году приехали группы Юрия Бородавка, Егора Сорина и Андрея Нутрихина. Пока спортсмены только привыкают к снегу и проводят тренировку на технику. Если говорить о группе Юрия Викторовича, то она приехала в полном составе, и все спортсмены выходят на тренировки. Олимпийские чемпионы Наталья Терентьева и Александр Большунов также накатывают километры в общей группе. Наталья восстановилась после болезни, а у Александра Большунова были проблемы со спиной. В столице Югры лыжники пробудут до 12 ноября. После поедут готовиться к первому этапу Кубка страны на вершину Тёя. В конце этого сбора национальная команда примет участие в контрольном старте «Югория первый снег». Он пройдет в двухдневном формате. Лыжники выявят сильнейших в спринте и гонках на 15 и 10 километров в свободном стиле. Здесь, допустим, очень классно то, что сейчас 5 километров, 5, даже 5,5 километров круг и... И, в принципе, зимняя погода, минус 5, минус 6, это очень, очень хорошая погода для того, чтобы тренироваться комфортно. Поскольку этот сбор, так называемый первый снег, это адаптация к снежным условиям, привыкнуть к лыжам, и уже после этого уже включиться в работу, уже в силовые работы и технические работы. Также в Ханты-Мансийске тренируются сборные России и Белоруссии по биатлону. Но если говорить о нашей национальной команде, то привыкают к первому снегу пока только подопечные Артема Истомина. Остальные группы приедут позже. По предварительной информации, биатлонисты также примут участие в контрольном старте «Югория первый снег». Кроме того, в середине ноября они выявят сильнейших на Кубке Междугородной лиги клубного биатлона, а затем начнут соревновательный сезон. Ханты-Мансийск примет первый и второй этапы Кубка страны по биатлону. В Югре спасатели проводят профилактические мероприятия в рамках операции «Тонкий лед». Морозы сделали свое дело. Водоемы региона начали замерзать. Однако пока лед тонкий, находиться на нем опасным. За прошлую зиму на реках Югры зафиксировано 6 происшествий. При этом 2 человека погибли, еще 2 не найдены. Сейчас спасатели в преддверии школьных каникул проводят профилактические беседы, напоминая югорчанам об опасности, которую таит в себе непрочный лед. Небольшой переполох по этому поводу случился в Нижневартовске. В выходные здесь подростки вышли на Комсомольское озеро, которое частично уже покрылось льдом. Здесь тревогу уже бьют не только спасатели, но и очевидцы. Просят провести с детьми профилактические беседы. Наша задача – провести профилактические мероприятия среди населения о безопасном поведении в осенний период на льду. Особенное внимание хочу уделить детям, которые в каникулярный период находятся без присмотра взрослых, и стараются подбежать к воде, попробовать толщину льда, что категорически запрещено. Это может быть опасно для них и привести к трагическим событиям. Поэтому родителям чаще обращать внимание на своих детей, где они находятся, где они гуляют, в каких местах.